Доброе утро, сахалинцы! Сегодня 20 апреля, четверг. А это значит, что с начала 2023 года прошло ровно 110 суток. Да, время летит слишком быстро. И чтобы его не упустить, надо каждый день проводить с пользой. Так давайте начнем прямо сейчас. Вы смотрите программу «Солнечное утро» и я ее ведущая Юлия Бель. Вот что мы сегодня покажем. Передай другому. Узнаем самые обсуждаемые новости на просторах социальных сетей. Дом мечты на бумаге. Юлия Лазарева объяснит, зачем проектировать загородную недвижимость. Модный аксессуар. Бьюти-эксперт продемонстрирует, как обыграть платок в прическе. Быстрая закуска для гостей. Владимир Голованов научит готовить брускетту с томатами. В центре Владивостока запустили бесплатный автобус для туристов. В салоне будут транслировать краткие исторические справки о достопримечательностях, улицах и знаменитых людях столицы Дальнего Востока. Интервал движения транспорта в среднем составит 25 минут. В администрации города заявили, что цель проекта – дать возможность гостям познакомиться с историческим центром, а жителям – оставить автомобиль на парковке и бесплатно добраться до популярных мест. Какие еще новости обсуждают в интернете, расскажет моя коллега. Юзеры обсуждают фото Марса с камнем, утыканным шипами. Астробиолог Натали Каброл, комментируя снимок, заявила, что изучает Красную планету уже 20 лет. Но раньше никогда не видела ничего подобного. Впрочем, специалист поспешила успокоить неуемную фантазию любителей внеземных цивилизаций. Камень вряд ли является костью или останками некоего дерева. Натали предположила, что наросты представляют собой устойчивые волнистые и илистые отложения. При этом эксперт не удержалась и назвала их очень крутыми. Гимназист из Волгограда Владислав Марчук напечатал на школьном 3D-принтере уникальный протез руки. Моделью заинтересовалось мировое научное сообщество. Она имеет 3 режима и крепится к телу при помощи ремней. Себестоимость такой руки всего 5000 рублей, в то время как аналоги с большим количеством датчиков стоят несколько миллионов рублей. Представлять свою работу Владислав теперь отправится в Сербию. Ремесленник из Греции воссоздает древние доспехи, используя традиционные техники. Современный гефест Димитриус Кацикис рассказал журналистам, что интерес к ручной работе возник у него во время учебы в Нидерландах. Мужчину вдохновили обширные коллекции исторических ратных костюмов из разных стран. Среди работ кузнеца есть доспехи периода Древней Греции и средневековой Византии. Коллекционер собрал более 2000 пар резиновых кроксов, чтобы стать мировым рекордсменом. Первую пару такой обуви он получил в подарок еще в 16-летнем возрасте. Тогда она показалась ему уродливой, но со временем парень осознал, что с собой это стильно, удобно и весело. Теперь мужчина хочет открыть музей, посвященный резиновым галошам, которые прошли путь от яхтинга до красных ковровых дорожек. Тем более, что в экспонатах недостатка не будет. Определить оптимальное расположение комнат, выбрать материалы для строительства, разработать планы электро- и водоснабжения, отопление и вентиляция, а также учесть все необходимые нормы и требования. Все это позволяет сделать проектирование дома вашей мечты. Об этом процессе подробнее расскажет руководитель компании «Стройсахриэлтор» Юлия Лазарева. Передаю слово профессионалу. Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Лазарева, и я директор компании «Стройсахриэлтор». Сегодня мы вам покажем, с чего же начинается мечта. А начинается она с проекта дома. Все проекты у нас создает специалист по желанию заказчика. Тут рассматриваются такие факторы, как сколько членов семьи планируют проживать в доме, дети, родители и так далее. А также, не менее важно, отношение к материалам стен. Например, дом из газоблока толще и, соответственно, забирает больше внутреннего пространства. Каркасный же дом оставляет больше места внутри.
Итак, мы определились с количеством будущих жильцов. Теперь нам нужно разместить комнаты так, чтобы можно было всем попасть в гостиную и при этом иметь свою зону отдыха, то есть спальню. Начинаем рисовать проект на бумаге. Высчитываем квадратуру каждой комнаты, оставляем место для санузла, гардероба и обязательно бойлерной. Бойлерная должна быть не менее 4 квадратных метров, для того, чтобы там мог расположиться газовый либо электрокотел. А также обязательно должно быть установлено окно. В прихожей оставляем место под нишу для одежды. Сейчас очень модно иметь панорамное окно в гостиной. Это позволяет любоваться своим участком, а также оно является вторым выходом из дома. Мы всегда приходим на помощь заказчику с выбором, где же расположить окна. Обычно гостиная располагается с панорамным окном у нас на юге. Остальные окна по желанию заказчика. Высота потолков варьируется от 2,7 метров, обычно до 3 метров высотой. Также сразу предусматривается возможный выход на террасу и мансарду. Переходим к внешнему виду дома и делаем визуализацию, чтобы вы могли видеть ваш дом на картинке. С цветом крыши и самого фасада определяемся, исходя из материалов, которые нам предложены на рынке. Также их можно посмотреть и вживую в нашем офисе. Также в проекте у нас имеется и дизайн ландшафта, чтобы вы могли определить, где будет у вас зона барбекю, где зеленая зона и где вы будете ставить свой автомобиль. Проекты у нас имеют легкий и понятный для любого заказчика вид. Мы также составляем простое техзадание к проекту и калькуляцию по материалам. Это является приложением к договору подряда. Итак, с чего же начинается мечта о собственном доме? Конечно же, она начинается с проекта, но и с прихода вас к нам в гости. Мы можем вам помочь воплотить мечты в реальность. До 1 мая мы хотим сделать вам подарок и подарить проект дома вашей мечты. Мы ждем вас в наших соцсетях. Обязательно звоните. Строительный сезон уже начался и скоро будет в самом разгаре. До новых встреч! Вы знали, что мониторинг численности грамотного населения планеты ведет Всемирная организация ЮНЕСКО? Благодаря ее исследованиям известно, что у молодого населения процент грамотности выше, чем у пожилых людей. Это соотношение составляет 85,64% соответственно. Зато старшее поколение более бережно относится к богатству устной речи. В том числе я имею в виду фразеологизмы. О них наша следующая рубрика. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Так сказал русский писатель Константин Георгиевич Паустовский. Берите на заметку. «Посыпать голову пеплом» буквально означает предаваться крайней скорби, трауру по случаю бедствия. Фраза пришла к нам с Ближнего Востока. Там посыпание головы пеплом, пылью и землей было частью ритуального выражения горя. Скорбящий также рвал на себе волосы и одежду из грубой ткани, подобной мешковине. В большинстве случаев такое поведение было лишь частью ритуала, поэтому носило исключительно демонстративный и неискренний характер. Употребляйте это выражение с верным смыслом и к месту. Ведь, как сказал российский юрист Анатолий Кони, оратор немного достигнет, убеждая и доказывая. Он должен доказывать и волновать. Платок, согласно Википедии, это кусок ткани, обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее. Авторы интернет-энциклопедии точно не знакомы с модными тенденциями, ведь этот аксессуар можно вписать не только в костюм, но и в прическу. Как это сделать, расскажет и покажет бьюти-эксперт Лариса Вишнякова. Доброе утро! Сегодня я вам покажу несколько причесок с использованием платка. А в гостях у меня Анастасия. Анастасия, доброе утро! Доброе утро! Итак, Настя согласилась предоставить мне свои шикарные волосы. А что нам понадобится? Ну, естественно, это будет платок. По цвету тут уже смотрите сами, под ваш образ. То есть это был платок, я его связала в такую длинную колбаску. Связала, так скажем,
ну, плотненько, чтобы он был не слишком широкий. А волосы мы расчесываем. Так, и начинаем прикладывать наш платок, чтобы он немножко и отступал от начала роста волос. И в натяжении завожу его под волосы. А теперь я начинаю завязывать в узелок. Для удобства вы можете сделать волосы сперва в резинку, а потом резинку снять. Итак, у нас остается два хвостика. Нам нужно заплести косичку. И каждый хвостик от шарфика мы должны завернуть именно с пряткой. То есть мы вот так подворачиваем, чтобы шарфик был на лицевой части нашей прически. Подворачиваем и начинаем заплетать косичку. Можно сделать ее послабее, можно поплотнее. Тут уже смотрите, как на ваш вкус. Где-то можно подвытащить шарфик. Так, у нас остается кончик. Мы доплетать лучше не до конца. То есть здесь я делаю оборот и делаю узелок. Вокруг себя проворачиваю хвостик и затягиваю. Итак, у нас на конце остается такой красивый узел. Для того, чтобы наша повязка не спадала, здесь я предлагаю вам закрепить невидимками. Я беру пару невидимок и с одной стороны, с другой начинаю закалывать волосы. То есть невидимка вместе с шарфиком. Вот так прям волосы вместе с шарфом. И с другой стороны также. Вот такой у нас вариант получился. Можно переложить на плечо, если у вас позволяет длина волос. И сейчас я вам покажу еще один способ укладки шарфом. Сейчас я беру расческу и делаю высокий хвост. Нам понадобится резинка. Если у вас волос пушится, вы можете использовать крем для волос. То есть крем вам поможет сгладить пушки. Можно не делать совсем плотный гладкий хвост. Пускай он будет слегка растрепанный. Такая укладка сейчас будет в тренде. Беру резинку и делаю хвостик. Теперь беру шарф и завязываю его на конце хвостика. Подтягиваю, могу еще ниже спустить его и начинаю прокручивать наверх. Здесь я загибаю и оборачиваю наши усики вокруг шишечки. Делаю узелок. Теперь могу поправить, растрепошить немного и воспользуюсь невидимками. Если есть торчащие нам ненужные хвостики, я их закалываю. Когда мы завернули шарфик и у нас получился такой высокий пучок, то здесь я предлагаю вам сделать так, чтобы хвостики немного висели. То есть я обернула в несколько раз, делаю узелок и оставляю шарфик вот таким образом. И мне кажется, это очень красиво, такая легкая воздушная прическа. Можно вытащить здесь еще больше прядок, чтобы она была такая, знаете, немного с ребрышками, с петушками. Добавим объема. Ну и в принципе здесь можно даже не использовать ни лак для волос. Вот, вот так вот интересно получилось. Настя, тебе как? Мне нравится, супер. По-летнему очень. Да, очень. Хочется какой-нибудь сарафан надеть под эту прическу. Да, он такой легенький. Мы были рады с вами быть этим утром. Всем хорошего настроения. Пока. Пока.
хостинг YouTube предлагает к просмотру миллионы видео на самые разные тематики. Авторы каналов стараются зацепить зрителя, чтобы скорее набрать и сохранить подписчиков. Кто-то делится секретами макияжа, другие рассказывают о своих путешествиях, много блогов посвящены полезным лайфхакам. Мы же с коллегами обозреваем YouTube-страницы сахалинцев, тех, кто рассказывает о жизни островного региона. Смотрим! Самый сложный и многочисленный рейд в истории сахалинских внедорожных клубов. Так охарактеризовал свое путешествие представитель одного из джипер-сообществ острова. Прокатились по маршруту Башнякова-Пильва любители экстрим-поездок в 2020 году, но видео-воспоминания об этом появились на Ютубе недавно. Состоят они из 6 частей и атмосферного трейлера. В тот момент из нас никто не знал, каким он станет, этот рейд, как он пройдет. Что он станет самым сложным и многочисленным рейдом в истории внедорожного движения Сахалина. У каждой части больше 5000 просмотров. Для сахалинского сегмента видеохостинга YouTube это весомое достижение. Тем более аудитория канала преимущественно любители внедорожного транспорта. А это достаточно узкая тематика. Каждое видео чуть больше 30 минут. В описании к первому есть предыстория. Из нее мы узнаем, что поездка состоялась благодаря коронавирусу. Из-за пандемии отменили профильные соревнования, и участники решили не терять время и устроить свой собственный рейд. Нас было 3 ударно-штурмовых группы. Группы «Лес», «Море» и «Котлеты». Море и «Лес» встречались в одной точке. И утром следующего дня они должны были разойтись каждый по своему маршруту. Автор подробно описывает каждый день путешествия. Помимо видео, в роликах присутствует графика. Так что при просмотре создается ощущение, что это настоящий документальный фильм. Я замерз. Холодно. Эх, Леха, Серега, если бы ты знал, что будет дальше тогда, пилота трогать нельзя. Ты бы так не говорил в тот момент. Ну, родимая, пошла! Конечно, это было бы обычным путешествием, если бы не кадры с внедорожными препятствиями. Их в 6 частях будет очень много. Каждая сопровождается закадровым комментарием автора. Он оценивает проходимость транспорта и мастерство пилота. Большие колеса, хороший зацеп, очень хорошее понижение. Да и вообще машина в течение всего рейда показала... Все отлично идете. Хорошую степень подготовки. Все отлично, да. Если не сказать иначе, что лучшую, наверное. Автор проделал колоссальную работу, чтобы порадовать своих подписчиков. В ответ он получил комментарии благодарной публики. Алексей, жму вашу мужественную руку оператора, монтажера, звукорежиссера. Очень четко передали напряженность перехода через мыс. Отличный фильм. Не каждому, видимо, дано понять смысл всего этого. Автор, время, силы, деньги. Да, красиво, да, захватывает, но как будто можно это быстрее, легче, безопаснее, дешевле достичь. Я вот хотел на маяк Анивы добраться и без особых стараний с помощью экскурсии добрался. Было здорово. В любом случае, удачи вам. Меньше поломок, больше удачных маршрутов и нам таких классных роликов. Ваши фильмы круче всех. Смотрю с огромным удовольствием и большим переживанием. Всегда с нетерпением жду выхода следующей серии. Здоровья вам всем, процветания и удачи во всем и всегда. Публиковать контент автор канала «В сердце Сахалин» стал 7 лет назад. Регулярностью Алексей не отличается, но подписчики его прощают. Ведь в роликах много эмоций, живописных мест и воспоминаний о внедорожных мероприятиях. Брускетта – это итальянское блюдо из обжаренного или поджаренного хлеба, который обычно натирают чесноком и заливают оливковым маслом. Сверху могут быть различные начинки, например, помидоры, базилик, моцарелла, оливки, сыры и другие ингредиенты. Рецептом вкусной брускетты поделится специалист кулинарной студии «Трюфель». Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Голованов, я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель», и сегодня мы с вами приготовим итальянскую закуску под названием брускетта. Для этого нам потребуется багет, томат, лист салата и укроп. Вначале мы будем подсушивать наш багет. Подсушивать мы его будем на сковороде без масла. Хорошенечко разогреваем сковороду. Пока она греется, мы с вами подготовим начинку. Помидорку зачищаем от плодоножки.
плодоножки и нарезаем мелким кубиком. Багет сушим с двух сторон до появления корочки. Очень просто приготовить такую закуску дома. Очень хорошо будет стоять у вас на столе. Зеленушечку мелко крошим. И к помидоркам. Немножко это дело все солим и перчим. Перец обязательно молотый, чтобы он раскрыл весь свой вкус. Немножко оливкового масла. Перемешиваем все это дело. Помешали. Наша брускетта подсохла. Начинаем их формировать на листик салата. Выкладываем наши помидорки с зеленью, заправленные оливковым маслом. Прям с горочкой, чтобы богато смотрелось. И выкладываем на тарелку. Слегка украсим зеленым маслом. И чуть-чуть перцем. Наше блюдо готово. Можно пробовать. Приятного аппетита! Отправьтесь в гастрономическое приключение на мастер-классах в кулинарной студии «Трюфель». Под руководством профессиональных поваров вы приготовите изысканные блюда различных кухонь мира и отлично проведете время в приятной компании. Самая семейная утренняя зарядка в Китае. Польза для здоровья и организации досуга там идут рука об руку. У провинциалов часто в домах есть специальные комнаты, где они всей семьей занимаются гимнастикой. Поднебесные считают, что совместное активное времяпрепровождение сближает людей, а также делает жизнь более здоровой и счастливой. Перейдем от слов к практике. Пробудить организм и поддержать физическую форму поможет фитнес-тренер Екатерина Баландина. Доброе утро! Сегодня я хочу разобрать любимое девчонками упражнение, так называемое попа-махи. Всевозможные, стоя, лежа, сидя, на боку и так далее. Я разберу сейчас основные ошибки, а затем мы их исправим. Очень часто вижу в зале, как девчонки встают и делают вот такие акробатические этюды. К сожалению, здесь ягодичная мышца включается на минимум. Максимум, что вы будете чувствовать после таких упражнений, это боль в пояснице. Максимальное разгибание в тазобедренном суставе для включения ягодичной мышцы – это 30 градусов. То есть
Вот это максимум. Если мы будем это делать стоя, то, соответственно, градус останется тем же самым. Сейчас без оборудования разберем это упражнение. Вы встаете в положение четырехугольника, ладони строго под плечами, колени под тазом, за макушкой вы вытягиваетесь вперед, за седалищными костями или за копчиком назад. Сохраняя нейтральное положение поясницы, то есть вы не прогибаетесь, хотя это, конечно, очень красиво, эротично, но, к сожалению, неправильно. Итак, вы можете надеть на рабочую ногу отягощение или фитнес-эспандер. Я чуть позже покажу, как это будет выглядеть. И концентрируясь на рабочей ноге, вытягиваясь пяткой назад, вы начинаете включать только лишь ягодичную мышцу, контролируя движение своим прессом. Если вы будете убирать внимание с мышц пресса брюшного, то, к сожалению, вы начнете проваливаться. Как я уже сказала, у вас будет работать ягодичная мышца. Данное упражнение можно делать также, согнув колено. Но учитывайте, если у вас короткая поверхность бедра переднего, то как только вы согнете ногу, натяжение сразу перейдет в поясницу. Поэтому проверьте, насколько легко вам будет делать это упражнение с согнутой ногой. Итак, вы можете согнуть. И также с небольшой амплитудой, избегая работы поясницы, выталкивать колено, точнее пятку вверх, работая коленом. То есть вы можете опускать ногу вниз и также поднимать ее вверх, либо работать на короткой амплитуде. Как это может выглядеть с эластичной лентой, с эспандером? Вы надеваете эспандер над коленями, также выходите в положение четырехугольника. Вытягиваете ногу, соблюдая все вышеперечисленные условия. И эспандер создает вам дополнительную нагрузку. И ваша ягодичная мышца будет работать еще лучше. Либо же с согнутой ногой эспандер надеваете на пятку и толкаете пятку вверх. Также можно делать отведение в сторону. Наблюдайте за своей поясницей. Таз остается абсолютно стабильным, чтобы у вас не было никаких перекосов. Здесь нет задачи кого-то удивить и поднять ногу максимально в сторону. Когда вы отводите ногу назад, у вас будет работать большая ягодичная мышца. Когда вы будете ногу отводить в сторону, у вас будет включаться средняя и малая ягодичная. Также вариант этого упражнения можно сделать на боку. Вы ложитесь в полупланку, опора в локоть. Проверьте, чтобы вы не проваливались в плече, то есть хорошо оттолкнулись от руки. Подтянули колени к себе, угол 90 градусов между бедром и корпусом и угол 90 градусов между коленом и бедром. И сохраняя голень параллельно полу, вы начинаете поднимать ногу вверх. Также это упражнение можно делать, если вдруг вы чувствуете напряжение по голени, соединив стопы вместе. То есть отводить только колено вверх. Следите обязательно за тем, чтобы ваш таз оставался стабильным на протяжении всего упражнения. То есть с подъемом колена, чтобы вы не заваливались назад. 20-30 повторений будет достаточно. Поверьте, ваши ягодицы и спина будут вам благодарны за хорошую технику. Спасибо огромное за то, что смотрите, за то, что работаете вместе с нами, и будьте здоровы. Всем хорошего дня. Пока-пока. Сегодня в нашей стране отмечают особый праздник – День донора. Учредили его не так давно, в 2007 году. Однако история торжества уходит куда глубже. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые провел успешное переливание крови. После таких интересных фактов невольно начинаешь задумываться. Все, что мы сейчас имеем – заслуга наших предшественников. Поэтому историю ни в коем случае забывать нельзя. Ну а я прощаюсь с вами и желаю хорошего настроения. В студии была Юлия Бель. До новых встреч на Солнце ТВ.